У педагога дополнительного образования особая миссия – раскрыть потенциал каждого ребенка и воспитать в нем интерес к познанию нового. Александра Гончаренко представила свою презентацию на тему кукольных представлений. Занятия для детей она ведет около 5 лет. Работая с детьми, я всем сердцем стремлюсь передать им правильные ценности, что добро побеждает зло. Ведь в сказках именно так. Я хочу, чтобы их жизнь была яркой, красивой, чтобы их души были заполнены любовью и красотой. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошел финальный этап окружного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Позади 2 дня просмотра конкурсных занятий, где преподаватели показывали свое мастерство и рассказывали детям о своей образовательной программе. Я считаю, самый зрелищный и в то же время один из самых трудных этапов, потому что педагоги будут обращаться с посланием к своим коллегам, педагогическому сообществу. На очном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» выступили 12 человек. Все они творческие и талантливые педагоги, которые не перестают делиться с детьми своим профессиональным мастерством. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».